Химическое шоу, необычный теннис, напольный хоккей, интерактив для детей, концертно-развлекательная программа. Жители 35-го и 39-го домов по улице Ленина веселились весь вечер. Во двор пришел праздник. Традиционное торжество для участников городского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Рад сегодня вас всех здесь видеть на вашем празднике, на празднике двора. Знаете, всегда приятно приходить во дворы, в которых людям не все равно, где им жить, которые создают своими руками себе те условия, в которых приятно находиться. Здесь действительно очень живописная обстановка. Украшенные рисунками подъезды, ухоженные цветущие клумбы, чистота. И все это заслуга самих жителей, которые совместными усилиями постоянно создают и поддерживают красоту и уют в своем дворе. В конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор» дружная команда 35-го дома принимает участие с 2019 года. Мы все постарались как-то объединиться, мы собирались с семьями молодыми, собирали наших пенсионеров, устраивали общие праздники и, конечно же, начали заниматься благоустройством нашего двора и наших клумб. Первое, что мы сделали, раскрасили подъезды, и это очень нас сблизило, потому что вышли и молодежь, и дети, и пенсионеры, все участвовали, и с тех самых пор у нас началась как раз работа над клумбами. Планов по дальнейшему благоустройству у жителей 35-го дома еще много. Они хотят сделать весь двор в едином стиле. В каком? Пока держатся в секрете. Не отстают от соседей жители дома номер 39 по улице Ленина. Здешние клумбы тоже постепенно преображаются в пышные цветники. Инициативу взяла на себя Валентина Бенискул. Вдохновленные примером Валентины Леонидовны, со временем к ней стали подтягиваться помощники. Только пока наш подъезд этим делом занимается, а остальные пока раскачиваются. Но я думаю, что уже смотрю, еще один подъезд там начал тоже. Ну, цветочки всякие, все в основном из своего сада-огорода привожу, все. Но этот раз нам давали очень много, ну и бесплатно давали. Кто это задумал и кто это продолжит, это очень хорошо. В преддверии Дня семьи, любви и верности почетными гостями праздника стали золотые юбиляры. Жители дома номер 35, супруги Бобровы, отпраздновали 50-летнюю годовщину совместной жизни. Брак прошел как одна неделя. Два сына, внук от первого и внучка от второго. Совет, может быть, дадите молодому поколению, как сохранить свой брак? Ну как, жить и жить, и не тужить. Это нехитрое правило пригодится не только в семейной жизни. И жильцы домов 35 и 39 на улице Ленина наверняка солидарны с этим. Им точно унывать некогда. Впереди столько дел по созданию уюта в своем дворе. Ольга Сальникова, Владимир Полищук. Телерадиокомпания «Заречный».